путешествий, из которых мы привозим сувениры и воспоминания. И это уже считается классным экспириенсом. Но есть путешествия, из которых мы привозим новых себя. Вдвоем это не просто там вкусный какой-то тур, это не просто знакомство с самой классной, колоритной частью национальной культуры, кухней, да, потому что через кухню круче и приятнее всего узнать новую страну и народ. Это полное погружение в то, как живет человек в определенной местности. Общее впечатление – это целостная картинка, которую ты получаешь, когда приезжаешь вот на эти 5 дней. Абсолютно невероятная комбинация цвета, запаха, вкуса, какого-то такого особенного воздуха, который ребята умеют генерить. Это настолько подпитывает, это настолько дает сил, энергию. Это просто абсолютно невероятное впечатление. Это бомба на все органы чувств. Вдвоєм кемп. Це про пристрасть один до одного, до гостей, які відвідують ці заходи і цю прекрасну подорож. Це про любов до країн Італії, України, Кіпру, Бельгії, Португалії, які будуть ще нові, які ми будемо всі разом пізнавати. Це про їжу, безумовно, про улюблену справу, пов'язану з їжею, про продукти, про місцеве населення, про людей, які віддаються своїй роботі, до яких ми приходимо в гості, відчуваючи себе як вдома. Це про Машу і про Андрія, які шукають для нас щось унікальне, щось цікаве, щось таке, що ми не побачимо в традиційних подорожах, щось таке, з чим захочеться поділитися. Саме ярке впечатлення – це об Андрії, що він настільки багато всього бачив в житті, так багато путешествував, і у нього такий просто бездонний поток дуже цікавої інформації, якою він готовий поділитися, і він постійно це робить. Всі наші путешествия, всі наші переїзди супроводжуються ось цими розказами, і я просто слухаю, і не можу наслухатися, наскільки це все класно. А Машуня, вона така творча, і у неї така от сильна, добра енергія, яка з неї ісходить у всі сторони. І от видно, що те, що вона робить, от коли вона для нас готовить, це настільки з такою любов'ю і от благостю зроблено. Тут просто слов не хватает. В целом проект это неповторимый, оригинальный. Здесь чувствуется, что продуманная каждая нота с точки зрения прекрасных организаторов. Чувствуешь себя как-то окруженный заботой. Становится каким-то единым организмом, мы все как-то вместе вот существуем, такой вот прям красивый симбиоз, и нас направляют просто в идеальное русло. Я уверен, что я бы съездил еще раз. Это абсолютно уникальное путешествие, уникальный опыт, после которого хочется куда-то бежать и что-то делать. И в Кипре смешалось абсолютно все. И солнце, и соленый воздух, и морщины людей, которые готовили для нас еду, ловили устриц, встречали нас взглядом где-то на улицах, готовили для нас хлеб. Это просто магия. Магия, которая останавливает время и
Меня это ощущение пространства наполняет и вдохновляет. Только положительные эмоции и действительно ощущение такого комфорта, равновесия и гармонии. Кэмп дает мне веру в людей, в их потенциал и в их возможности. Прикольная штука, что мне нравится, что вот Андрей, как человек, который уже очень много всего повидал, там где-то везде поездил, и как бы Маша, которая очень много всего умеет, они просто дают тебе лучшее. Глубокое чувство благодарности ребятам. Фотографии супер, оформление такое хорошее. В общем, все очень-очень сильно понравилось. Надеюсь, до встречи в следующем кемпе. Если бы нужно было описать кемп одним словом или фразой, я бы сказала, что это любовь друг к другу, к кухне, к стране и к людям в целом. Это, скорее всего, гедонизм. Это пристрасть, безумовно пристрасть. Самый лучший отдых. Эксплозион. Фантастика. Продуманно, изысканно и познавательно.